привет. Рады тебя видеть снова в нашей лиге. Расскажи, какой у тебя настрой, как вообще заряжен? Да, заряжен. Вот. Ну что, тебе предстоит бой по боксу? Да. По ММА не получилось. Расскажи вообще, кто тебе помогает в подготовке, в каком клубе тренируешься? Пересет 47 помогает тренер Вячеслав Юрьевич Мартиненко и Виктор Чернецкий. Расскажи вообще, откуда ты родом? Я с Узбекистана родом, Самарканда. Угу. Расскажи вообще, в какой лиге крупной бы хотел бы выступить? Ну, иншаллах, скоро молодежная лига GFS поедем. Угу. А так в UFC, в хардкор попробую себя. Серьезное заявление. Ну что, ждем от тебя интересный зрелищный бой. И желаем тебе удачи. Спасибо. Привет, представься. Расскажи, откуда ты родом, какой клуб представляешь? Жору, да? Как тренера зовут? Мактыбек. Мактыбек, да? Расскажи, чем ты занимаешься, какой у тебя опыт? Он ММАшный. ММА, да, занимается? Я понял. Ну что, тебе предстоит бой по боксу? Расскажи, как ты настроен? Да, сейчас по боксам хотим попробовать. Попробуй, да? Слушай, ну хороший опыт. Вот. Ну что, я думаю, что будем ждать у тебя зрелищный бой. Ну и в перспективе, в какой бы крупной организации хотя бы выступить? Мы хотим любую. Любую? Да. Любую, да? Хорошую, огромную вот эту организацию. Чтобы везде показали, везде узнали, да? Ну что, желаем тебе удачи и будем рады видеть вас снова. Итак, дорогие друзья, представляем вам бой по боксу весовой категории до 61 килограмма. И приглашается боец, представляющий клуб «Пересвет». Он представляет Республику Узбекистан. Приветствуйте, Рахматулла Чингисхан! И его соперником ставим боец, представляющий Кыргызстан, клуб «Жору». Приветствуйте, Сумонбек Уалмамбет! Бойцы face to face. Да что там? Ай, бас будет, блин, если бас будет кинуть. Есть. Первый раунд, бокс! Молодец! Ушел, момент! Давай, молодец! Давай, Даже чемпионов мы не правы.
побили! Руки побили! Подними руки! Давай! Давай, давай! Иди чеба, иди чеба! Двое, 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 двое! А ты на двое, 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 один! Ну что все, ушел! А ты все тут! При атаке встречай Акулину! Эй! Поединок по боксу, так сказать, равнозначный и бескомпромиссный. Я думаю, бойцы согласились провести реванш. Итак, мы проведем им бой по боксу. 5 раундов по 3 минуты. Бойцы согласились. Итак, бойцы, face-to-face. Эмоции. Огонь в глазах. Кстати, пожали руки. Давайте. Согласие о том, что поединку будет. Ха!